Краснодарском аэропорту таможенники задержали наркокурьера. Из желудка мужчины, который прилетел в краевой центр рейсом из Таджикистана, извлекли 165 латексных капсул с расфасованным героином. Общий вес криминального груза превысил 1,5 килограмма. Последний раз аналогичный случай в Краснодаре был в 2013 году. Тогда пытались провести 800 граммов героина. На 22-летнего глотателя завели уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.